Вид на Эльбрус. Одна из смотровых площадок. По дороге в ручище или в щели Джилсу. Здесь даже в палатках останавливаются. Люди ночуют. Вообще очень хорошее место. Тихое, спокойное. Кругом хорошие пейзажи. Большая такая смотровая здесь площадка. Все останавливаются. Никто не проезжает мимо. Вот видите. Все сворачивают. Ну глупо просто проехать.